какие-то технические отверстия. Телефон, наверное, стоит, может быть, еще какие-то провода. Какие-то роли, доски. Еще какой-то склад. Технические отверстия. Балкон с другой стороны уж. Широкий балкон. Что-то поднимали, опускали. Видимо, пораздался какой-то кран тут, наверное, стоял. Что-то поднимали, какую-то продукцию. Остались технические люки, отверстия. Тут какой-то станок. Фрезерная стоял. Стружка. Металлическая. Ну, противовесковая, не знаю. Масса, щеточки.
какой-то склад был. Монетка какая-то. 50 копеек, что ли. Видимо, туда вот. Вот это. Бросали эти мешки. С чем тут было? Какая-то бытовка, видно, была. Раздевалка. Бушорка лежит. Разбросан. О, это что-то написано. Собрали. В кабинет все садились. Обязательства. Написано тут. Это трибуна. Сейчас тут уже ничего нет. Так, еще какие-то кабинеты. Это еще какая-то раздевалка. Цветов такая большая, раньше сажали в такие цветы. Какой-то кабинет. Чертежи хранились. Кабинет. Так, стенка. Стол письменный. Какая-то документация.
Выход на крышу. Крыша, хороший вид. Когда-то 80-е годы, что от него осталось. Ну там подвал, там темно. Пойдем. Спали как всегда. Так вот в подвале можно вот этот, блядь, он затоплен, этот подвал. Ну там ничего. Не пролезем. Так, посмотрим. Вот. Остатки производства. Вот так выглядит там. Там затопился водой или еще чем. Вот насос стоял, качал. Вот эту жидкость, наверное. Что-то здесь было производство. Вот эти все остатки. Вот это хранилось оно здесь. Кислота это или что? Там еще один отсек. И тут вроде как посушено, тут все обвалилось. Но там все равно не пролезет. Наверное, для этого сапоги там стояли. Вот в это здание заходи, значит. Я вернулся, думал, тут проход есть, посмотрим. А тут он есть или нет. Что это сделал? Это видно. Тоже какие-то технические. Можно, конечно, пройти.
Мы попали в другой. Другое помещение. Тоже какой-то там. Краны стоял или что? Но отсюда лестницы нету. Отсюда лестницы нету. Придется обратно идти. Да, пойдем обратно, тут нет прохода. Просто тут что-то стояло. А выход я уже показывал. По лестнице спускались мы. Вот этот переход. Думал, там можно пройти, а там... Там просто сход вот до сюда. Здесь что-то загружали. Машины заезжали, что-то загружали. И там дальше уже вот эти вот производственные. Тут лебедки стояли или что-то. Сюда сваливали вот продукцию. Отработанную вот эту, наверное. Вот мы там смотрели. Были сейчас. Ну, может быть, она лестница, она вон как бы есть. Да, но она уже вся срезанная. Такое помещение. Тут лестницы были, наверное, металлические, их срезали. Сейчас уже попасть туда.